Привет, с вами Платон, и сегодня я провожу обзор второй раз. На этот раз у меня на обзоре вот такая вот штука. Это робот. Привет, меня зовут Кики. Я прибыл с планеты Кибербудка. У него есть несколько программ. Петь и танцевать. Я вот двух. Моя мама научила меня считать, поэтому я могу научить тебя математике. У него есть несколько функций, но где-то пульт затерялся, я пойду поищу его. Продолжаем, я пульт искал недолго, он прямо на виду был. И вот, смотрите. Пузы, соломинка и лапы. Я над ней уже давно издевался. Платош, ты можешь пойти в ту комнату, а? Платон, там очень нужно... Там интернет не работает. Я буду задавать тебе вопросы, а ты выбери правильный вариант. Нажми А, Б или В, чтобы выбрать. Выбери, какое слово лишнее. А, собака. Б, комар. В, кошка. Правильно. Есть. Есть. Выбери, какое слово лишнее. А, давай позанимаемся математикой. А, давай позанимаемся. Я буду спрашивать, а ты выбери правильный вариант. Нажми А, Б или В, чтобы выбрать. Сколько будет 27 плюс 13? А, 39. Б, 41. В, 40. Ну, мне кажется... Неправильно. Давай еще раз. Сколько будет 27 плюс 13? А, 39. Б, 40. 41. В, 40. Мне кажется... Правильно. Умница. Сколько будет 1 плюс 2? А, 4. Б, 3. В, 5. Правильно. Умница. Сколько будет 24 плюс 7? А, 31. Б, 30. В, 29. Мне кажется, да. Неправильно. Блин, а где? Как это? Сколько будет 24 плюс 7? А, 31. Б, 30. В, 29. 31. Правильно. Умница. Сколько будет 6 плюс 17? А, 24. Б, 22. В, 23. Правильно. Получил. Сколько будет 30? Ты собаку не видел, как ты снимаешь себе, что собаку не видел? А, 2. Б, 3. В, 4. А какой там вопрос был? Неправильно. Давайте еще раз. Сколько будет 36 разделить на 12? Офигеть! А, 2. Б, 3. В, 4. Что это? Что за хрень? Давай позанимаемся мыслью. Вопросы. Я буду задавать тебе вопросы, а ты выбери правильный вариант. Пошел вон. Вот эта дурацкая дебильная собака, которую я только что нашел, эту хрень. Короче, вот так вот надо не издаваться. Боня, это ты. Я над тобой так же издеваюсь, чтобы ты знал. Кто-то бабушкой крается, нет, во дворе,
знаю, взрослые дети действий, кто самый лучший друг на свете. Ну, конечно же, давай, праздник на жизни творец. Педагог. Веселый щенок. Ну, прям вот. Дела попадаю. Целый день прыжок. Вот не забыла, я даже... Ты из шелыков, я бы да... Я бы даже шарик не толкнул. Наташа, ты задумал... Это моя любимая. Ну, что тебе дать обидеть, если ты так сама делаешь? О, на высоте! Я могу скакать, громко лаять, прыгать, бегать, мяч и искать. Целый день, я хочу играть. Не включай эту собаку. Что-то мячиком. Подари мне фоточку, фоточку крутящую. И пойдем скорее с ребятой гулять. Нам все будет радостно. Короче, всем пока-пока, с вами был Платон Дорошник.